Так, ребятки, привет всем. Извиняюсь за звуки на заднем плане. Люди уже работают. Сегодня у нас 2 число. И как вы поняли, у меня закончилась углекислота в маленьком баллоне. Очень большой расход. Наверное, и на месяц не хватает его. В общем, что мне понадобится для перезаправки вот этого маленького баллона? Это шланг. Специальный шланг с переходниками, выдерживает давление 350 бар, фирма Микроматик, заказывал в Харькове. Набор ключей для того, чтобы подключать к баллону, перчатки по желанию, можно в цеху найти какие-нибудь. И весы, на которых я буду проверять, насколько баллон заполнился. Ну и, конечно же, большой баллон, вот с него я буду заправлять. Вот, ну и так, сейчас этот процесс я вам покажу. Значит, в первую очередь, что мы делаем? Прикручиваем шланг к маленькому баллону. Прям прикручиваем очень хорошо, ключом на 30. Вам не будет видно, но... Хорошо затягиваем. Так, шланг я прикрутил, пока ложим в сторону. Затем берем переходник на большой баллон, накручиваем. Почему я накручиваю переходник? Потому что я заказал этот дорогущий шланг, и он оказался с большой резьбы на маленькую. А у меня как тут большая резьба 3 четверти, так и на маленьком баллоне 3 четверти. Ну, пришлось еще такой переходник дозаказывать. Ничего страшного, пригодится. Мы иногда по работе пользуемся. Перезаправляем баллоны кислородные, азотные в маленькие. Так. Самое главное, ребята, это склероз. Когда вот склероз присутствует, это очень плохо. Я, к сожалению, не... профессиональный там сварщик и все остальное, я не работаю постоянно с баллонами, поэтому если сюда сейчас набегут сварщики и будут меня хаять, ну что ж, значит, я что-то делаю неправильно. Забыл прокладку. Так, потерял у меня телефон. Оп, поймал. Так, накручиваем, затягиваем хорошо. Дальше что мы делаем?
У меня есть вот такая кувалда. Вы не подумайте, по вентилю бить не буду. Ее я подложу под жопу баллона, чтобы он был ниже. Чтобы жидкая фракция стекала к вентилю. Так. Ложим. Ложим и ложим баллончик. Баллончик нелегкий. Так. Вот так вот. Кувалдочку. Опа. И подлаживаем. Так, значит, что? Практически все готово. Что мы делаем дальше? Берем весы. Весы мы берем. Ставим их рядом с баллончиком. Проверяем их. Работают ли они? Так. Да, работают. Пока выключим. Следующий этап. Берем наш мелкий баллон. Прокладка тут внутри. Тут вот классный фитинг такой. Что делаем? Дальше мы просто определяем место на весах для мелкого баллончика. Так, чтобы он меньше шевелился. Так. Ну, как-то так это будет, наверное. Вот, и подсоединяем к большому баллону. Не знаю, телефон что-то меня... Видит он меня или нет? Ты видишь меня? В общем, вот так это все будет выглядеть. Сейчас я включу весы. Ну, вот смотрите, сейчас проверим. Должен вес сразу показать баллона. А нет. Нужно... Странно. Ладно, сделаем по-другому. Снимем баллон, перезагрузим их, эти весы. И они должны заработать нормально. Так, смотрим, проверяем. Опа! Вот он вес баллончика. 4236. Сейчас все затяну и посмотрим на процесс заправки. Так, вот так я настрою. Камера, значит, все вроде бы как затянул. Сейчас будем пробовать. Баллон переложил на деревянный поддончик. Вот. Значит, вес баллона сейчас 4212. Баллон я полностью открыл. Полностью открыл. Что мы делаем? Мы его оттариваем. Я знаю, что в этот баллон реально заходит 1,6 кг. Но это если на какой-то станции заправочной заправлять. Так, может быть, 800 грамм зайдет. Не знаю. Значит, теперь открываем большой баллон потихоньку. Слышен звук перелива. И вот видите, вы, наверное, видите, да?
циферки растут. Вроде бы как уже даже 674 грамма, 700 грамм, ну посмотрим. В прошлый раз я тоже заправил где-то 700 с чем-то грамм. Баллон галимый большой, вот он подтравливает. Закроем потом еще раз. Откроем. Вроде как заливается дальше. Потихонечку. Сразу говорю, вот этот способ, я не знаю, насколько он безопасный. Может быть, сейчас там придут сварщики и скажут мне, что, блин, что ты делаешь, как ты выжил. Вот. Но я знаю, что шланг фирменный, он выдержит давление точно. Я видел одного сумасшедшего, который сделал из паечной трубы, из простой трубы, которая под водопровод, переход из баллона в баллон перекачивал. При этом он находился вот рядом с баллонами. Вот это, знаю, точно опасно. Так не делайте. Что если это бахнет, ну, мало не покажется. Не знаю, почему тут вентиль подтравливает, с чем это связано. Наверное, скорее всего, что он не очень качественный, но баллон заправляется. 944 грамма. Потихоньку передавливает. Опять же, этот баллон уже мы использовали, он не полный. Я думаю, с полного быстро бы залилось. Ну, сейчас до килограмма, я думаю, дойдет, уравняется давление. Вот, как мне сказали на заправочной станции, там, где я вот этот двухлитровый заезжал заправлять, что вообще не парься, тебе не нужны весы. Взял переходник, накинул баллон, жопу у большого приподнял, маленький положил, все. И пошел там курить, ну, то тех, кто курит, я не курю, пошел отдыхать и ждать. Там минут через 10 пришел, закрыл вентиля и все. Типа этот баллон больше не возьмет, ну, кто его знает. Ладно, 972 грамма, я думаю, хватит. Посмотрим, насколько хватит этой заправки. Закрываем большой баллон. Затем закрываем малый баллон. Хорошо закрываем. Весы можно выключить, они уже не надо. Все. Вот так он шипит, видите. Кто знает, сварщики или кто там по углекислоте работает. Наверное, это бракованный вентиль. Так это все выглядело с другой стороны. Вот. Ну, в общем-то, все, сейчас отключаю и несу домой подключать. Наверное, по пути где-то рябиновую веточку сорву.